Девочки, мы с вашей мамой разводимся. Моногамии не существует. Моногамии не существует. И еще раз. Моногамии не существует. Тогда я и слова такого не знала. Но теперь, папа, я понимаю, как ты был прав. В субботу давай сходим куда-нибудь. Нет, только не в субботу, потому что мы вообще больше никогда не увидимся. Доброе утро. Эми, из церкви пораньше отпустили. Ха-ха. О, классный у Тома свитер. Он что, учит стариков информатики? Не надо язвить. Тебе просто недоступна сама концепция брака. Специально так его наряжаешь, чтобы он налево не ходил умно. Привет! Я продвинутая девушка, которая знает, что хочет. На прошлой неделе был этот парень. У тебя вино в пакете? Эй, Марк Уолберг, рот закрой. Марк Уолберг? Марк Уолберг весит всего 70 кило, а я Марк Уолберг, который съел Марка Уолберга. Всех зануд прошу иметь в виду. У меня все хорошо. Прикольные друзья, модная квартирка и крутая работа в мужском журнале. Ты мне нравишься, Эми. Не дура, но и не заумная. Не уродка, но и не красавица. Ты доступная. Спасибо. Да. Я дам тебе задание. Мне нужна статья о спортивном враче. Вы что, напишете обо мне? Угу. Прости, что отрываю. Ты смотришь «Аббатство Даунтон»? Не видишь, я даю интервью. Короче, я сажусь смотреть. Меня это задолбало. Все чуваки на площадке обсуждают, а я не в теме. Высокий. Любите спорт? Спорт? Обожаю. Любимая команда? Орландо... Блум? Пойдете со мной в бар? Да. Что со мной творится? Я вчера переночевала у доктора. Так у тебя интимная жизнь? Да. И половые сношения? Да. Ты же никогда не остаешься на ночь. До такой степени напилась? Нет, всего 2 коктейля. 3 максимум. 4, сейчас вспомнила. Ты что, на антибиотиках? О, господи, это он. Зачем он звонит? У вас уже был секс. Это Эми. Ты что, сел на телефон? Ну, нет, пальцами набрал. Ну что она? Что она? Шш. Он позвонил намеренно. Нафиг его, похоже, он больной. Девушка без комплексов. И я только хотел сказать, что мне было хорошо с тобой, и, может быть, ты против повторить. Все, я звоню в полицию.